Direction, hop, voilà, ça c'est mieux, allez, ça c'est mieux. Пьер Лакот решил доверить премьерный спектакль Дэвиду Холбергу. И это очень интересно, потому что Дэвид учился в школе Парижской оперы, и у него очень хорошая и сильная техника стоп, что просто необходимо в этом спектакле. И, конечно, он очень талантливый и интересный артист, и он может сделать роль Марка Спады очень неординарно. У нас с Дэвидом уже сложился дуэт в балете «Онегин», и теперь перед нами стоит новая задача – предстать на сцене Большого театра в ролях отца и дочери. Bien, génial.